362 года со дня образования пожарной охраны – дата солидная. Пожарные всегда готовы к борьбе с незваным огнем. На той неделе прошли соревнования по профессиональному мастерству работников отрядов противопожарной службы городских округов «Богданович», «Асбест» и «Сухой Лог». От каждого городского округа была выдвинута команда из 3 человек, в которую вошли только лучшие сотрудники. Команды соревновались в боевом развертывании автомобильной цистерны, привести противопожарное оборудование из транспортного положения в боевое и сбить мишень – основная задача участников соревнований. Первое место заняла команда «Сухого Лога», второе место у «Богдановича» и третье досталось команде «Асбеста». Все сотрудники противопожарной службы показали хорошие результаты подготовки к чрезвычайным ситуациям. Александра Ермакова, Олег Ефремов, новости СЛОГ ТВ. Опять звонок на пульт связи поступил, и сразу он сирену разбудил. Объялен счастьем, вызов номер 2. Это значит, помощь там нужна. Рев машин, сирену заглушая, здесь не слышна команда по местам. И на ходу боевки одевая, все знают, каждая минута дорога. Оперативная служба 01, здесь на защиту встанут как один, спасая людям жизни и дома. Она не подведет вас никогда. Сквозь пургу, зиму и непогоду машина мчит, сирены на устах. На повороте женщина стоит, рыдает, как видно, сильною бедой потрясена. Огонь чернит, раскрашивая стены, сжигает все на своем пути. А на балконе девочка стоит и плачет. Одна задача — как ее спасти? Сину разведки в бой с огнем вступает, сбивает пламя на своем пути. Добрались к девочке и ее спасают. Какое счастье! — кричали из толпы. Оперативная служба 01, здесь на защиту встанут как один, спасая людям жизни и дома. Она не подведет вас никогда.